В рубрике «Открытый город» анонс самых интересных и важных событий Архангельска. 23 ноября в 15 часов образцовый хореографический ансамбль «Дружба» приглашает на благотворительный концерт. Все собранные средства пойдут на реабилитацию и лечение попавшего в ДТП выпускника Дениса Крапивина. Смотрите прямую трансляцию из Дворца детского и юношеского творчества на телеканале ПС. 24 ноября в 19 часов на нашем канале состоится прямая трансляция чемпионата России среди команд Суперлиги. На стадионе «Труд» сыграют Архангельский «Водник» и Красногорские «Зорки». Не пропустите! Смотрите нас и в интернете на портале «Правда Севера» в окне сети «Визор». По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию телеканала ПС. Звоните 639-720. Откройте город вместе с нами!